Меня зовут Сергей. Жаров Александр Михайлович. Наталья Долгова. «Петрушку» я читал, очень понравилось. Я даже представлял, как это должно быть экранизировано. Я не могу сказать, что я актриса, но я получила актерское образование и снялась в трех фильмах. Понравился кастинг, понравился, как Мирзоев себя ведет, очень отзывчиво. Волнуюсь, конечно, потому что опыта нет никакого. Интересная форма взаимодействия, конечно, заслуживает внимания. В общем, надеюсь, будет полезным. Мне очень интересно участвовать в этом проекте, и я желаю ему всяческих удач.